Колымском поселке совершено двойное убийство матери и сына. Предполагаемый убийца был найден спустя несколько дней благодаря совместной работе следователей, криминалистов Следственного комитета по Магаданской области и сотрудников уголовного розыска регионального УМВД. Следственными органами СУСК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом А части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, убийство двух лиц. 7 сентября текущего года у себя по месту жительства в квартире жилого дома на улице Мацкевича, поселка Дебин Ягодинского городского округа, обнаружены тела 66-летней женщины и ее 44-летнего сына с явными признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резанных ран. Для организации раскрытия и расследования данного преступления на место происшествия выезжали руководитель отдела криминалистики Следственного управления, а также сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Магаданской области. Оперативниками в кратчайшие сроки был обнаружен предполагаемый убийца. Им оказался 33-летний житель поселка Дебин, который сразу же был задержан по подозрению в совершении данного преступления. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Сам подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.